Встречаю две-три резины, короче, и еще там один пахи, один парик, там и еще галик. Я не знаю, может еще галики где-то вокруг бегали. Но сам факт, что такое тело чистое. Стадо, короче, я такой подсмотрел. А, еще стегозавр бегал. Он за мной бежал на всех парах, пытался догнать. Я подумал, ну нет, спасибо, до свидания. От него пешком можно хуярить. Стеги, ну, такая понятно. Скорость, конечно. Понятно, но сам факт, он меня увидел, давай бежать. А у вас как, стадо там нападает сразу или как? Опа, гига да, слева. Да, тут можно. Гига да, слева. Вижу. А я не вижу. Так это Сабик. Да. Или нет? А, Сабик. Это Сабик, он малюсенький Сабик, вообще. Где вы видите гигу? Я слепой. Вот он внизу, слева. Чтоб он прям рядом проходил? Вот он слева, 50 метров. А, ну можно. А, нет, это Adult. Не. Это Adult. Adult. Ну, он не фольный, наверное. Понесся, ля. Не, по-моему... Ну вот, да, на... Да не, флоу гейда. Просто издалека почему-то показался не флоу. Странно. Будто у него там еще, значит, 3 гиги еще. Да надо сейчас вниз немного глянуть, потому что. Да. Там могут еще сейчас карифанчики быть. Угу. Может это как раз это. Папи лист. Вот. Видок. Не, он отсюда шел, вот следы я вижу. Он отсюда шел, от меня. А. Не, он один. Один, да, гуляет, все кайфует, отдыхает. Три рекса из кустов такие вышли. Добрый вечер. Я представляю его реакцию. Но он за нами топает, может, и ждет своих друзей. Да ради бога, чё, я бы пофайтился. Да. Я для этого и зашел на рекса. Лишний слот занимает, падла. Я мог тоже Рекс купить и сам будет делать. Ну вы... Зайди купи, там они на аукционе по сколько? По 70 рублей, блядь. А я сейчас могу... Я сейчас могу купить. Предлагаю чуть-чуть ниже спуститься. А, там гигас рекусает хоть. Ну, пошли, развернемся. Давай. Пошел, он не достал. Он хочет файта. Да, он не хочет файта, он сытся. А чё он бегает? Он думает, мы дураки, мы сейчас побежим на спринтах и ноги поломаем. Да погнали, он просто ждет, скорее всего, своих друзей. Давай на поле хотя бы выйдем, чтобы... Так, ща, подожди. Мы же его никогда не догоним, типа, ходить за гигой такое. Только притык так, можем догнать. Когда-нибудь ошибется. Церка там слеп. А шо? Я бы даже не побежал на спринте, он уже текать. Как только я сел. Боится. Да, ты смотри. Три рекс все-таки. Такое расстояние идет, что капец. Не, может отойдем от кустов, можно доходить туда. Ладно, я понял. Не, он нас куда-то тараканит. Короче, погнали. Не, пойдемся. Скорее всего этим друзьям. Поп развернулся. Он, не знаю, просто собирается, наверное, ходить чилить за нами. Ну да, по приколу. Ждать, когда добить можно будет. Да. Да, по приколу потом... А потом друзьям рассказывать, пацаны, я троих рексов развалил. Да. Чисто в соло. Чисто в соло размотал. Бежит. Побежал, кусает. Развлекуха, может, у него такая. Как, знаешь, на Карнича играть, типа убить никого не можешь, патрулить, блять, хотя бы. Ну, у Карнича хотя бы есть вообще офигенский крик, когда он башкой. Чё заходит?
Ну хочется ему, ты развернешься на зетке, да и ты ломаешь ему ногу. Да, да. У вас на спринте, у вас фулл пати? Да, да, фулл пати. Давай-ка развернемся, то он слишком близко уже мне. Да, это еще ерунда вообще. А хочешь, успеешь, я, хочешь я сзади буду идти и все, типа давай. Через левый хитбокс развернешь. Ну, хочешь иди, потому что да, меня, ну типа... Иди, иди, идите вперед, идите, да тут кусты, блядь, просвечиваются все. Вон, видите. Там еще три гиги. А, потопал такой. Ага, увидел, что я на спринт сел, сразу такой оп. Идите вперед. А чё там идёт? Ну, что я просто сзади буду идти, и если чё, я... Кому? Что-то орёт, блин. Напрягает, меня не напрягает. Ну, так вот, меня там тоже не напрягает, мне похуй вообще на него. Типа, я бы, наоборот, такой, что я бы развернулся еще и... Опа, опа. Опа! О, вон, друг. О, кто? Да, вон еще одна гига. Все, все, я... Сейчас, и еще слева еще, еще одна, да-да-да, еще две гиги идут. Отлично. А чё все сюда подключаются, лоу? Привет. Идите, пожалуйста. Здорово. Уйди, пожалуйста, на шпик. Здорово. Вот. Чё, 4 гиги? Mm-hmm. Не знаю, насчет 4, я вижу 3 пока что. А их 4, скорее всего. 4 хватит. Ну, хорошо, чё. Будем скорбить. Давайте вот тут подождем. Дискорд 5. Это клан один, я клан. Да ради бога, клан, не клан, какая разница. Кого грызть? Три гиги это вообще, типа, блядь, для двух тараксов изи. По-моему, мы куда-то не завязываем. Ты зад чекай, да? Угу. Чек. Их четверо по-любому. Да что? Мы с ними только что на ютках играли. Тут папи, лис, бедок. Можно пойти к Титану, типа. Они от скалы так, так просто идти, да. Типа, и все, господи. Они засут нападать так резко. Вообще. В три ебальника. Так, просто идем к Титану и все. Хотим, чтобы друг друга не грызнуть, если что. Ну все, поперли-то за нами. Конечно. Хотите байт? Давай. А какой, на рыб? Не надо. Не-не, я рычать не буду. Тут ты байтишь. Они обходят, обходят, не пускают. Бежит. А, бежит, 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 бежит. А, это тоже байт. Пацаны, у меня жестко работает. Отойти от леса подальше. Там он к скалам ближе, да, к водичке, к дамбе. На дамбе так вообще, типа, им делать нехуй. Ага, ну да, конечно. Жопой встаешь, ты просто жопу, всё. И так, чепишь. Вы в лесу чекаете одного там? Раз, два. Мне кажется, двоих этот вижу. Порвётся. Один, третий тоже. Они ведут нас, по-моему, куда-то. Нет, наоборот, это гига байтила себя, которая одна была, она байтила, чтобы мы вышли на поляну, наоборот. Слышь, туда. Нападает, нападает, нападает! Беги! А, не липку ставит. Очканет он. Давай, я на вот эту, ты на вот эту. Вы в лесу не потеряйте вон ту, я ее плохо вижу. Или я чекаю в лесу одну, а вы чекаете ту, которую крайняя слева. Mm-hmm. А очканут они. Я слева чекаю. Он... Не, не очканут-то. Пойдем, ближе увил... к скале туда. Да, там он увидел, как я на зетке разворачиваюсь, он сразу перед ним. Причем я через левый футбол.
Одна в лесу. Слева. Сейчас. Аляр, отходи. Давай, я сзади буду, отходи вперед. Угу. О, они все вместе стали опять. Зря. Очень зря. Могут сейчас напасть. Пусть нападают. Ты только не подходи ко мне. Окей. Я черенкатку левым хитбоксом буду крутиться. Все, один на горе. Забыть можно. Че, встаем? Большое расстояние, Цис. Не подходит. Не хотят они что-то, как-то они очкуют сильно. Ага. Сейчас еще стемнеет, норм будет. А у вас тут гамма разрешена, запрещена? Да, можно. Можно? Похуй тогда, ебись. Почти все с гаммой играют. Все почти. А то раньше просто было запрещено, я поэтому типа спрашиваю. Что? Че, тут посидим? Ну да, че, норм. Хорошее местечко. Алерт, смотри, лучше другое место, этот в сторону. Угу, да, через лево что. Где четвертый, мне интересно? Может, вышел. Раз, два, три. А, их четыре было? Нет, их три было. А ну вот, три тут снизу. Ну, все, да. Он просто думает, что их четверо. Можно пойти ближе к титану, к елкам, типа, от елок отыграть, типа, потому что, ну, они видят, что мы разворачиваемся и смотрим на них. А от елок можно отыграть от этого, просто из неожиданности выпрыгнуть на них и все. Там-то плохо видно. Подождите меня. Что такое? Они меня втроем могут грызть. Да мы рядом. Мы идем на тебя. Я имею в виду далеко не уходить от меня. Ближе к елочкам и все, от елочек отыграю. Все, пойдем. Просто разрыв большой. Главное, стамину не этот. Не сжигать нахуй. Да. Потому что без стамины все, это габелла минус 5 рейк сразу. Ага. Стамин, как у нас, а я вот не знаю, как я через. Аккуратно, правее. Алерт. Не этот. Не пизданись. Все, вот там вот направо, короче, от озера пойдем вот так. Здесь дохуище елок. О, еще смотри, спереди, бублик. Вижу, да. Черт, белая гига. Я узнал, что это они на титане растятся. Ну, 4 на 3, о. Давай от воды, может, подниму. А, нет. Главное, между елочками не застрять. Блять, прям в упоре у нее бежит. Да. Кто-то бежит. Да, это она убежала. Застрял. О, сейчас темно еще нас. Одно поломал. Ухожу. Красавчик. Давай добивать ее. Да, надо в жопу. Давай, ко мне развернуто. А, ну давай. Оп, подожди, уходи. Грызи. Укусили. Сзади. О! Аккуратно. Ой, мне плохо уже. Все, я застрял в елке. Еще одну поломал. Минус одна. Отходи. Иди правее, алерт. Окей. Да ладно, она не сломана. В смысле не сломана? Четвертый экран. Я сдох. Понимаю. Один сел. Минус
Рубля. Минус. Минус. Да. Блин, обидно. Минус одна. Минус 2 гиги. Я две. Отлично. Сделал. Хорош. Белую и вот вторую еще. Одна осталась. Четвертый экран. У меня третий. У меня коцанная пиздец. Три капли у меня. Я сдохну, скорее всего, если не лягу. Последняя осталась. С третьим экраном. 9 бледа и третий экран у меня. Ползет на меня, слышь? Иду. Давай, на тебя иду. В кусте стою. Ползет? Угу. Там вот за мной. За спиной. Но она сломанная, она идет, топает громко. Вон, слышу ее, вон рядом близко. Вижу. На меня прям идет. Можешь вы сбоку выйти. И в жопу заквыярить ее. Смотрит на тебя. Долби, долби. Отлично. Хорош. Все? Не попадаешь по ней. Убил, хорош, все. Ложись. Красавцы, ребята. Ладно, удачи вам. Давай, все. Блин, братан, кстати, я, по-моему, тебя в хвостик укусил, когда ты был в гиге. Когда ты влево уходил. Прям. Да, сори. Последний удар, по-моему, я тебе дал. Ну, красивый бой, чё. 4-1-3. Ты хотя бы записал? Конечно, дорогой, блядь. Посвящается тебе. Бомба. Я минус 3 сделал. Ты минус 3, да, вообще. Красава. На белую ты ей ногу сломал, я ее догрыз просто в размен. А я, блядь, дал 3 укуса, вот той, которую ты, вот вторую, получается, которую вторую ты убил. Я ей 3 укуса, она не сломана была, я охуел. Она не сломана была, я потом подошел, он сидит, я ему сломал ногу, и он уже решил вообще не вставать, я его тупо загрыз. Mm-hmm. Он вообще, он начал вставать, потом опять сел, и все. Блин, я даже аву не могу. Она лежит, лол. А, она мертвая уже? Не-не-не-не-не, лежит, думает, что я ее не вижу. А, стопы, вы сейчас, получается, садик, да? Если ты адулт, я не знаю, как она тебя не слышит. В смысле, я уже подошел к ней. А. Нормально. Вот можно мне так, пожалуйста? Почему, когда я подхожу к кому-то, я всегда слышу, блин? Я ногу сломал, пишет. Че, пожалеешь? Да я не буду его трогать, нахуй мне нужно. В итоге тебе в жопу зайдет, да? Да, удачи. Знаешь, вот я никого не жалею почему-то. Потому что знаю, там в крысу подойдет и все. Нет, это джунгл вообще не трогаю. Именно сабиков и всяких там сабиков, адултов я не трогаю вообще. Нет, трогаю, типа убиваешь сразу, да? Типа, чтобы мало ли, чтобы в крысу не подошли, там тебе не подходит цель. Потому что у меня много таких случаев было, когда я пощадил.